Здравствуйте, друзья. С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры. Войны на Земле мы продолжаем. Ну что же, у нас очередной ивент. Ивент под названием G-Metal. Постойте, так он же был. Что-то какой-то прямо день сурка начинается. Ну да ладно. Скоро состоится личный турнир. Прими участие в ивенте выходного дня, чтобы заполучить гарантированный чип G-Metal, гарантированный золотой чип, гарантированный серебряный чип, до 50 тысяч искры, 600 осколков, 4 звезды, 1500 осколков, 3 звезды и 2000 премиум осколков. Просто замечательно. Так, ну это, конечно, круто. А что он... Слушайте, весьма недурно. Весьма недурно. Просто обалдеть, как недурно. Так, ну да ладно. Все это, конечно, хорошо. А плюс у нас есть бесплатный. Ага, вот это замечательно. Ну что? Так. Давайте, собственно, глянем сюжетную линию. Посмотрим, что у нас там. Здорово. Приехали. Вот это ивент. Просто от бога. А где сюжет-то? Сюжета нет! Ядра G-Metal — последняя ступень кибертронской технологии. Они способны раскрыть невероятный потенциал ботов. Слушайте, ну вроде все обновлено и все это... И где сюжет? Сюжета нет. Ну я балдею. Зато серебряные чипы получить можем. Ладно, ну тогда давайте сделаем вот что. Коль у нас так все скудно как-то получилось, сюжета нет, давайте попробуем набить парочку этих, грубо говоря, заданий. Ага, тут еще и награда в зависимости от приложенных усилий. Недурно. Просто... Ни сюжета, ничего. Может быть, все вернулось к старой схеме, когда сюжет... продвигался отчасти благодаря продвижению по вот этой вот лестнице наград, как вариант. А может и нет. Так. G-Metal, G-Metal. Вместе с сюжетом куда-то пропал, да? Прямо в рифму все получается. Везде пропадает сюжет, зашибись. Куда все катится? Давай, Суперион, разбирайся с этим. Что-то все куда-то в тартарары полетело. Так. Здорово. Будем, так сказать, делать свой собственный сюжет, который, в принципе, не особо отличается от сюжетных линий, предлагаемых официальными сценаристами, но, в принципе, суть примерно такая же. Драки, возникающие на ровном месте. Да. Все. Рассыпался наш гештальт, как сюжетная линия Титанов. Живой манифест, так сказать... когда-то великолепных сюжетных интриг и прочее. Бывает и вот так вот. О, здорово. В принципе, можно было бы даже ускорить это дело, но особо нет смысла. Награды не фиксированы, а значит гештальт надо использовать только самым максимальным отрядом. И... сюжета-то как такового-то и нету. Ё-моё, куда сюжет делся? Вообще на него забили. Саймон Фурман, походу, взял выходной, да?
Блин, и никто не смог там... Давайте меня там на полставки, я там такие сюжеты буду задвигать. У меня там будет как это... Мальчишник в Вегасе, да, там... Приключения Оптимуса и его команды. После очередной битвы. Я бы заполнил пробел между титанами... И вот этими событиями, которые происходят сейчас. Вот это было бы круто. Так. 105. Недурно. И меня не покидает чувство, что никакая сюжетная линия здесь не всплывет. Причем, знаете ли, сказанное слово «всплывет» про сюжетную линию имеет двоякий, так сказать, смысл. Ну, вы, в принципе, поняли, о чем я. Сюжет здесь может только всплывать, да? Согласно содержимому. Так. О. Сюжета не было и не будет. У меня что-то такое чувство, что сейчас Саймон не сможет вообще додуматься, что делать дальше. И в итоге все закончится так же, как было с этими, с гигантами из Титана. Просто на ровном месте все сюжетные линии оборвутся, прям как в этом, в «Игре престолов», когда там всех в часовню собрали и взорвали к чертовой матери. Вот примерно такого формата. Черт, а чё я этого не выпустил? Чё-то я смотрю, как-то не очень дела идут, оказывается, вон, я забыл этого выпустить. Да, пошел, пошел, ведь я за сюжетом погнал. В пятерочку. Так. Опа. Ага. Ну чё, проскочить удастся? Ну-ка, давай-ка. Во. Это дело надо раздолбать, пока нас тут всех не прибило. Экс. Ну, слава богу, основную проблему решили. Осталось дело за малым. Ну чё, рогатый, давай, надо это... Ой, нет, всё, рогатый это... Ну... Молодец, спас ход рода, точнее, Родимуса Прайма. Молодец. Да, ни сюжета, ничего, нифига. Да, настали темные времена, да? Для Кибертрона. Да и для Земли тоже. Теперь у меня все по базе бегают хаотично, не в поисках там энергона или прочего, в поисках сюжета, да? Мне кажется, надо просто ивент написать в поисках сюжета, и пусть каждый предлагает свою ветку развития событий. У меня бы все это свелось бы к полупьяным приключениям, бредням Оптимуса Прайма и его команды, приправленные безумными рассказами Кэпа. Вот это было бы круто. Вот это был бы сюжетный поворот, да, оказывается, это все приснилось. Оказывается, Оптимусу все приснилось. Так. Ну... Давайте вот сюда. Весьма недурно. Сейчас будем гонять их туда-сюда, они обалдеют. Блин, ну я думал получше как-то будет, но что-то как-то не это, не получше. Что это там такое? Он вообще урона не получает. Это что за этот? С мечом какой-то вылез там? Муравей. Нифига себе. Десептиконы какие нынче пошли, а?
каждый один как этот, как гештальт. Что-то прям аж это, как-то тревожно становится в такие моменты, но... Противники не дремлят, улучшаются, прокачиваются, ждут сюжетных линий. Так же, как это... Я представляю сейчас Мегатрон с Оптимусом, такие сидят в баре, да, распивают так, выкуривают электронную киберсигару с темным там этим энергоном. Что-то... Мегатрон, нету никакого сюжета. Да, нет, было когда-то. Сидят, вспоминают Блэйди. А помнишь, как я тебя огрел, да? Вот и времена-то были. Да, я потом... И Оптимус такой думал, кому бы свою матрицу отдать, да? Целую эпопею устраивал, причем в несколько сюжетных линий. И так и не решился. В итоге у себя оставил и ушел вместе с ней на склад Энергона. Но в целом, блин... Вот так вот, если вспомнить все сюжетные линии подряд, вообще обалдеть можно от эпичности в кавычках происходящего. Да. Вот как-то так. Хаун что-то прямо, судя по тому, что он сделал, откуда ты из задницы достал листок сюжетной линии. Хотел, видимо, предложить, но... Лучше подождем. Хотя чувствую, то, что он предложит, не особо будет хуже истории от Саймона Фурмана. Блин, в плане абсурдности. Но, тем не менее. О, таинственный минерал. Постепенно на 1000 идем. Здорово. Ну, ладно, друзья. Давайте-ка тогда закончим тут и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной трансформеров снизу в описании под видео рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Крепкого здоровья, приятного настроения, храни вас Праймус синим экраном. Пока-пока.